Недавно ко мне подошла одна моя знакомая и говорит: «Катя, посоветуй какой-нибудь фильм о любви». А я ей говорю: «Я не смотрю такие фильмы». Она говорит: «Почему?» Ну, вообще, я считаю, что девушкам противопоказано смотреть такой жанр фильмов. А все почему? Когда они начинают смотреть такие фильмы, им кажется, что все, что происходит в этом фильме, оно может произойти на самом деле. Что все мужчины, они такие отважные. Что они такие могут пожертвовать всем ради своей любви, там, не знаю, сделать такие красивые вещи, там, петь рассказы какие-то о любви под луной и прочее, 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 чего в жизни, я не знаю, можно, наверное, встретить крайне редко. А девушки вон начинают воспринимать это как должное, что в их отношениях должно быть именно вот так. Поэтому, чтобы этого избежать, чтобы саму себя не накручивать и думать, какие же у меня отношения говно. Вот в фильме мужик там, не знаю, он ее на крышу позвал, накрыл ей там скатерть с 33 свечами, а мой такого никогда не делал. Вот. Так же, как я считаю, что нельзя женщинам смотреть фильмы о любви, так же я считаю, что нельзя смотреть мужчинам порно. А все почему? А потому что, когда мужчина задрочивает, смотрит постоянно порно, ему кажется, что там все так легко, что все такое естественное и само собой разумеющееся. Что анальный секс это просто вот захотел и сделал. Что он готовится к нему, там, не знаю, несколько дней не надо. Что на диете, там, не знаю, сидеть, ну и прочее, да? Что там сквирт, это вообще у каждой второй бабы должен быть, ну и так далее. Поэтому я что вам посоветую? Девочки, не смотрите фильмы о любви. Конечно, это все так романтично и там, как правило, сопливо и слезиво, но лучше не смотрите. И мальчики, не смотрите порно. По крайней мере, как можно меньше. А лучше смотрите вместо порно обучающиеся видео о сексе.